Елка в цирке зажигает огни. Владивостокский цирк приглашает жителей и гостей города за прекрасным новогодним настроением на яркую новогоднюю программу. Уже 22 декабря в цирке прошла благотворительная акция «Елка в цирке». Для мобилизованных и участников специальной военной операции такая акция проходит по всей стране. Она инициирована компанией «Росгосцирк». Правительство Приморского края поддержали акцию и провели во Владивостокском цирке. А 23 декабря прошла традиционная губернаторская елка для ребят, проявивших особые успехи в разных видах деятельности. Предновогодние эмоции. Это, наверное, единственное, что мы как раз стараемся сделать. Артисты будут работать очень плотно со зрительным залом, с детьми. Они будут их завлекать во взаимодействие, не просто действие на манеже, а еще и будет прям бегать через зрителей, ребятишки будут ловить бабу-ягу и так далее. То есть будет очень интересно. С 24 декабря по 15 января посетителей Владивостокского цирка ожидает интересное приключение. Вместе с главными героями вы можете отправиться на поиск маленькой елочки, которой вдруг стало холодно зимой, и добрый Дедушка Мороз решил подарить ее дворнику. Мы готовимся, переживаем каждый раз, как в первый раз. Вы же понимаете, да, что самый маленький зритель, он такой самый, как говорится, искушенный. Его можно и завести быстро, но все равно они так все время с подозрением смотрят. Так что-то тут не то там может быть. Поэтому мы переживаем и ждем, конечно, чтобы понравилось. 2 часа на манеже выступают титулованные артисты, воздушные гимнасты, акробаты на турниках, жонглеры, легендарные канатоходцы, прославленные кубанские казаки, дрессировщики собак и медведей. Перед каждым представлением в фойе цирка вас ждет долгожданная встреча со Снегурочкой и Дедом Морозом. Хороводы вокруг елки, подарки от Деда Мороза за карнавальный костюм и, конечно, заряд положительных эмоций. Мне больше всего понравилось, что та самая из Диснея «Храброе сердце» помогла показать путь дворнику. Мне понравилось больше всего медведи, собаки, акробаты. Новый год – это время чудес и волшебства. А настоящее волшебство возможно лишь в цирке только до 15 января.